Всех приветствую на канале Animal Life. 7-летний ребенок изменил жизнь изуродованного котенка. Она не смогла пройти мимо. Удивительная история произошла в городе Стамбуле. Там среди огромного количества людей бегал никому не нужный котенок. У него было много проблем со здоровьем. Он лежал среди мусорного контейнера. Все проходили мимо бедного котенка равнодушно. Никто даже не пытался ему помочь, ведь все видели в нем только уродство. Внешний вид малыша был ужасен, сразу было заметно, что у него имелись многочисленные серьезные заболевания. Именно поэтому никто не то что не пытался брать на себя такую ответственность, но даже не мог смотреть на котенка без содрогания. Но нашелся один человек, вернее, ребенок, добрая 7-летняя девочка. Она стала ухаживать за котенком, и со временем котенок очень изменился. Она увидела это существо среди уличного мусора и не смогла пройти мимо. Именно этот ребенок спас и изменил жизнь несчастной кошки. Котенок изменился до неузнаваемости и теперь живет с очень любящей семьей. Он счастлив. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, оставляйте свой комментарий и прожимайте колокольчик, чтобы не пропустить новые истории.